Ну что ж, выполним миссию. Хозе в лагере хочет поговорить. Посмотрим, что он там предлагает. Я уже не помню, что у него за миссия. Доброе утро, Артур. Эй, Артур. Доброе утро. Эй, бой. Масть интересная, темно-красно-гнедая. Пойти охотиться. Хози, хочешь пойти на охоту? На кого ты охотишься? На слона? Ах, если бы. Да, я видел огромного медведя. Такого большого никогда не встречал. Думал, весит 1000 фунтов. Боже мой. И что, мне нужно пойти с тобой? Ну, конечно, поехали. Но куда именно мы поедем? К реке Дакота. Возможно, уйдет день или два. Я тоже. Как-то тяжело идет. Как думаешь, ну вроде... Поехали тогда. Нет, я скучаю по ней, по другой лошади. Это вроде неплохая, но не Боудика. Я уже давно хочу избавить тебя от этой большой. Где ты ее достал? Один дурак решил ограбить меня, когда я ехал по своим делам, поэтому я... Ну, ты сам знаешь, как оно бывает. Ясно. Let's take him to Valentine. Отведем его в Валентайн. Он там, there's a decent dealer there. Можно сказать, по пути. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Седлай его и поехали. Okay. Ладно, но эта лошадь мне как бы нравится. Нет ничего плохого в двух лошадях. И лучше из них на конюшнях. Пожалуй, ты прав. Артур, это будет весело. Он меня не сбросит? Нет, он просто ангел, пока я рядом. Взгляд у него злобный. Не оскорбляй этого великолепное существо. Седлая лошадь и поехали. Давай, проделать этот путь без седла я тебе точно не советую. Что ты там возишься с седлом? Ну ладно, попробуй теперь оседлать эту скотину. Ну давай, не очень-то эта вот лошадь и плохая в целом. Здоровая такая лошадь. Тише, здоровяк. Ладно, поехали в город. Мы отправляемся. Вернемся через два. В колониях Валентайна. В конюшнях Валентайна. И седла отличные. Ага, и где оно теперь? Его стащили в Дир-Крик, когда лошадь. Ну, я, кажется, припоминаю, это был очень долгий день. Ага, помнишь? Мак чуть не свихнулся тогда, грозился перестрелять весь город. А когда Дэви вырубился, мы его там и оставили. Возвращаемся на следующий день, а он проснулся и сразу начал пить. Продолжил пить. Я скучаю по этим парням. И по Дженни. Была в этой девчонке какая-то изюминка. Ленни, наверное, тяжко пришлось. По нему было видно, как ему тяжело. Да, у Ленни и с Дженни никогда бы не сладилось.
Как у Артура, Артура и Марты. Или у Билла и Фил. Может, ты и прав. Иногда мне кажется, что наша удача умерла вместе с ними. Чепуха. Все у нас будет отлично. Нам просто нужно немного деньжат, чтобы... Надеюсь, ты придумал, кому продать облигации Корнуолла? Пока нет. Они вызовут много подозрений. Нужно все сделать правильно. Есть кое-какие связи, я пытаюсь их использовать. Покажи этой скотине, кто тут главный, Артур. Все в порядке. Конечно, вон там, впереди. Ладно, продай эту зверюгу и купи себе лошадь. Ага. А я загляну в магазин. И куплю кое-что, чтобы выманить медведя. Встретимся здесь. Ну тут я долго буду тупить, пока... Иди, подбери себе лошадь. Думал, что надо зайти сюда. Потом надо, оказывается, на лошади сюда заезжать, как в гараж. А потом еще 1000 цветов всякой утвари для лошади буду рассматривать. Эй, как я могу помочь? Чем могу помочь? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Well, you're in the right place. Вы пришли по адресу. I got some beauties in at the moment. Сейчас есть отличные лошадки. Yeah. А что насчет этой? This one here. Yeah, you looking to sell? Хотите ее продать? I show you. Пока не знаю. You got papers? Бумаги на нее есть? No papers. Бумаг нет. Well, of course, that's gonna что ж, конечно, лошадь без бумаг стоит меньше. But но вам повезло. I got a fella. Один мой знакомый уже давно подыскивает себе хорошую рабочую лошадку, вроде этой. Он даст за нее хорошие деньги. Или я могу предоставить вам место в конюшне. Вот, взгляните. Продайте лошадь или оставьте ее в конюшне. Ну, считай, минут 10, наверное, буду тут торчать. Рассматривать можно за то, что где написано. Но продать $65, в принципе, классно. Наверное, надо ловить лошадей и продавать. Вообще удобная штука. Хотя, наверное, долго так зарабатывать. Понял, где серое, это то, что можно прокачать у лошади. Если лошадь дороже, то она уже прокачанная как бы на какую-то часть. Ну, плюс показатели выносливости, там, здоровья у нее побольше. Но доверие все равно качать придется. Тут вариантов-то немного, за $15 только лошадь покупать. Зато ее можно прокачать, назвать как-то. Ну, пускай и будет. Грива, хвост, все можно менять. Классно, конечно.
купил какой-то цвет. Пока перебирал все это барахло. Стремена-то какие крутые, оказывается, расход выносливости уменьшают. Рожки, в принципе, не подписаны, ничего не дают. Путники тоже ничего не дают, так что можно любой брать. Дешевенький, наверное. Если вообще дефолтный оставить, да и все. Трассы. Внешний вид. Конское зелье так-то дорого стоит. $9.5. Не знаю, пригодится, нет? Воскрешать лошадь. All right, partner. You got yourself a deal. По рукам. And a fine new horse. I hope so. У вас отличная новая лошадь, надеюсь. Я продаю только самых лучших животных. You have my word on that. Даю вам честное слово. Так, посмотрим. Here are your papers. Вот ваши бумаги. А в подарок вам новая щетка и лакомство для лошади. Весьма признателен.
Ну что ж, Я думаю, он будет за тобой хорошо присматривать. Любопытный выбор. И сколько ты за нее отдал? Не так уж и много. Ну ладно. Если за ней ухаживать, может, что дельное и выйдет. Are you gonna mount that new horse of yours or not? Так собираешься на ней прокатиться или нет? Hop on up there, let's go. Запрыгивай, поехали. И тут я решил ее почистить. Пока я сяду в седло, не поймешь, что это за лошадь. Морган. Масть паламина. Морган — это порода, что ли? Покормил. Yeah, you're all right, girl. Girl. Лошадь. All right, let's get going. Ладно, поехали. Впереди долгий путь. Показывай дорогу. Итак, что это за озеро, в которое мы едем? Акрингран. Оно в горах на востоке от Камберленда. Надеюсь, я помню туда дорогу. Серьезно, мы поедем обратно в горы? На этот раз не за нами охотятся, а наоборот. Ну, как вы ладите с Джоном? Нормально. Может, тебе уже пора перестать на него злиться? Целый год, Хозе. Он сбежал от нас на чертов год. Я с ним не раз говорил, и он знает, что поступил неправильно. Но он хочет оставить это в прошлом. Еще бы. Одно дело сбежать от ребенка. У нас свой кодекс, и он это знает. Он же не Трелони. Мы с Датчем сами его воспитывали. Я знаю. Но это уже давние дела. Никого другого не приняли бы так легко после того долгого отсутствия. И ты знаешь, это возможно, но, пожалуйста, не надо это проверять. Я и не стану. Okay. I think we need to head right так, up here. По-моему, нам сейчас прямо. Yes, I remember this place. Да, я помню это место. Moonstone Pond. Мунстонский пруд. We're going the right way. Мы едем в правильном направлении. Вот и озеро, отлично, мы на месте. Давай его объедем, чтобы попасть на ту сторону. Смотри, кролики. Может, поймаем одного на обед? Ладно, я постараюсь одного подстрелить. Для охоты на такую мелкую дичь не нужно мощное оружие. Иначе испортишь мясо. Лучше возьми лук или винтовку Армин 30, 22.
если что... Shotgun, ага, в клочья их разносил из дробовика, я помню. Охотьтесь на кролика. Ну, это дело не хитрое. Супер охотник. Один есть. Я думал, может еще одного подстрелить, но они, наверное, разбежались. Шкура, мясо. Глаз прокачивается. Отлично. Ладно, уже поздно. Я думаю, пора сделать привал. Угу. Ну что, разбей лагерь. Умираю с голоду. Давай приготовим этого кролика на открытом огне. Они получаются очень вкусными. Я не против. Так, дичь. Рецепт дичи. Мясо дичи. 5 штук. Ты хочешь? Не люблю есть так поздно. Ладно, после всего, что было, я еще готовлю. Что-то я так и не понял, нажимать надо или держать пробел, чтобы быстрее готовилось.
ладно. We better get some rest. Надо бы отдохнуть. Поднимемся с рассветом, чтобы найти это чудовище. He better be worth all this drama.